чего я хочу, что мое, что мне нужно, что мне делать, как мне быть. В предыдущей реальности нас вынимали в эти внешние обстоятельства, говорили: дорогой друг, делать то, делать это, делать это, делать это, туда бежать, здесь пахать. У всех был набор инструкции из внешнего мира. Девушка 20 лет, не замужем, и спрашивали, а что так? И считали это вполне благоразумным. Мужчина не работает или там что-то как-то работает мало? Почему? Ну как, нас все время как бы вынимали снаружи. Сейчас нам сказали, вы свободны. И вот самое важное, что нужно понять. Мы должны научиться ставить себе вопросы не из самих себя, потому что мы там уже похожи на душевнобольных, которые сами сидят по 25-му разу, спрашивают одно и то же и получают одно и то же, не знаю. Мы должны научиться задавать себе вопросы из окружающего нас мира, чтобы как бы спрашивать себя по высшему, так сказать, смыслу. Извне себя спрашивать. Но для того, чтобы это вне появилось, его же нету, мы же окуклены. Мы должны научиться его видеть. Мы должны научиться его изучать.